Всем привет, с вами Лев. Я продолжаю выживать в Майнкрафте. У нас на пшоте 19v 13a. Да, в принципе, это у нас выживание в Майнкрафте. Это у нас седьмая серия. И, в принципе, что я заметил, это то, что я уже 7 месяцев назад начал этот летсплей. А серия всего лишь седьмая. То есть некоторые ютуберы, я знаю, то, что могут 7 серий заснять за месяц. Некоторые, там, не знаю, за 2-3 недели. А я за 7 месяцев. То есть, ну, вы понимаете, да, в принципе. Сразу говорю то, что следующее видео будет тоже по летсплею, потому что я хочу начать снимать его чаще. Я решил немножко поменять свой контент, немножечко, потому что как-то я устал от этих мини-игр, если честно. То есть мне уже в них не особо интересно. То есть я просто уже, мне уже сам Майнкрафт перестал быть интереснее, потому что я играю в одни мини-игры. И, ну, ладно, там еще на новых версиях мини-игр более-менее интересные, потому что они все-таки на новой версии, там новые вещи, предметы. Но когда ты играешь на 1.8.9, то это скучно. В принципе, как-то так. Здесь у меня что-то не прогрузился Майнкрафт, там что-то с свиньей происходит. И с прутами. Это спруты, да? Или... А, это корова, по-моему. Блин, бедная корова. И зомби что-то там. Короче, у меня что-то не прогрузилось. Я вот тут ломаю блок, видите, ничего не прогружается. Это баг снапшот. Я не буду уже ничего прогружать, я не хочу. Сейчас меня Майнкрафт еще сильнее лагать начнет после перезагрузки мира. Если будет мешать, то придется перезапускать. В принципе, как видите, я сделал вот так вот железную дорогу. Там, ну там, блин, там много чего было. Но там, в принципе, я, наверное, попозже покажу. В принципе, сейчас не буду. Вот, видите, я тут бетон использовал. Цемент поменял на бетон, да? То есть я сейчас, ну, цемент оказался дешевым. Я раньше думал, что он очень дорогой, хотя на самом деле он реально дорогой, но просто он мог быть намного дороже. Я так, ну, поначалу думал, то, что я вообще цемент никогда в Майнкрафте не делал, короче, да? То есть я первый раз в этом мире делаю цемент и бетон, как бы, да? Видите, вот так вот сделал, то есть поменял тут немножко блоки, и выглядит все достаточно неплохо. К сожалению, мне пришлось поясовку маленькую поставить, хотя у меня четверочка стоит. В принципе, ну что здесь плохого? Давайте пятерку поставим, надеюсь, хуже намного не станет. О, хотя бы дом видно, хорошо. Так, ну, чувствуются лаги, ребят, простите, если будут лаги, потому что я... у меня сейчас проблемы дикие, я, короче, вчера пытался что-то... Как-то комп немножко ускорить. И у меня это немножко получилось, потому что когда я заходил в этот миг, у меня было 3-2 FPS, даже без записи. А сейчас у меня, ну, 30-40 FPS без записи. В принципе, это я не скажу, что много, но все-таки. Я не понимаю, почему дождь не идет. Почему звука нету. Видите, у меня погода включена. Странно. Я включил музыку Майнкрафта, то есть на 20%. Типа мы будем слушать музыку Майнкрафта. Типа это у нас такая ламповость будет, да, в принципе, в летсплее, как когда-то я снимал видео года 3 назад, да, я тоже летсплей снимал, только это было на Minecraft Pocket Edition. Кстати, что я хочу сказать, этот миг сейчас занимает 60 мегабайт, по-моему, этот миг занимает, да, и в принципе он вообще у меня лагать начал очень сильно, и надеюсь, ну, я не знаю, короче, надеюсь, я просто... Хочу вас спросить, вы хотите, чтобы я выживал именно в этом мире? Потому что, если честно, за полгода меня этот мир уже достал, если честно. Я помню, как я еще осенью снимал, еще летом снимал, помню, да. А сейчас уже весна, ребята, да, в принципе, вот почти год уже. Ну, не год, конечно, нет, не год. Где-то осенью, по-моему, я начинал летсплей, если я не ошибаюсь. Раньше летсплей выходил 2 раза в месяц. Сейчас он выходит еще раз в пару месяцев. Так, окей, у нас тут коровка. Появилось обновление, где новые звуки. Вот такие вот добавили. У меня только 2 блока есть. Я не помню, какие там еще блоки для новых звуков. Это какой-то был снапшот, я не помню. Может быть, 3-4 снапшота назад еще было. Еще появилась такая штучка, типа, видите, я открываю ящик, и у меня тут появляется дыра такая. Вот, думаю, вы заметили. В принципе, всякие тут новые вещи поставил, то есть немножко изменил местность вот эту, да, все нужные вещи у меня тут стоят. Тут можно всякие там молоть, всякую дичь делать для карты. В принципе, очень долго я пытался снять видео по летсплею, но из-за того, что у меня было 2-3 FPS, даже без записи, я не знал, что мне делать. Вчера немножко разобрался, немножко там ускорил что-то.
У меня настройки Майнкрафта, если что, на минимальных стояло, поэтому ничего там мне не говорите. В принципе. Бляха! Капец! Я видел тех клиперов, но этого клипера я вообще не видел. Капец, блин, вот это было, конечно, удивление для меня, потому что я реально его не заметил. В принципе, подождите. А после же нового обновления, когда взрываются криперы и динамит, по идее, должны все блоки выпадать. Или это только после динамита? Наверное, после только динамита. Ну, блин, я-то уже думал, я уже обрадовался. Кстати, уже вечереет. Вот что я еще построил новое. Вот там два клипули. Две клипули. Вот, я построил тут площадку такую, где тут всякие овощи растут. Так, всякие растения. Так, тростник вроде как, а нет, тростника нету. Вот эту площадку для животных построил, то есть мне еда сейчас... Еду я не фармил, хотя когда-то фармил, где-то полстака или стак даже набил. Она уже то ли закончилась, то ли где-то лежит. В доме я тут вот эту штучку сделал. Я не знаю, как она называется на русском, я не помню. Что-то для флагов, короче, да. Сундуки вот так вот поставил, здесь убрал сундуки. Пройдемте наверх, да. Здесь теперь сундуки отсортированные. То есть, видите, тут подписано железо-уголь. Вот, видите, железо-уголь. Кстати, я недавно в шахте был. У меня тут вообще оставалось 2-3 железа и угля 10 как раз. А я немножко тут взял и, в принципе, как-то так сделал. Тут все отсортировано. Вот бетон, цемент, это все, что у меня осталось. Очень устал с этим цементом. Это я делал где-то, может быть, месяца полтора назад. Вообще, я миром этим занимался месяца полтора назад. Потом я на него забил, потому что он мне надоел. То есть я бетоном мучился. То есть я каждый день почти заходил в этот мир. Да. Дерева уже мало. Всякие растения важные. Ну вот, можно это что-то кинуть. В принципе. Как-то так. Земли очень много. Даже она тут, по-моему, есть, да. С землей, кстати, можно что-нибудь построить. То есть, если... ребят, пишите, кстати, идеи, что мне построить в этом мире, только что-нибудь несложное. То есть, какую-то площадку. Или после новый мир создать. Может быть, я сделаю типа второго сезона на версии 1.14. То есть, я пока что поснимаю в этом мире. Выйдет 1.14, я начну новый мир. Совершенно новый, без седов. Просто вот пивастью создам. Да, и в принципе, как-то так. Кстати, я теперь подумал так, то что, ну, чтобы была ламповость как-то, вот, ну, типа, приятнее как-то. В летсплеях я не буду монтаж делать особо жесткий, максимум музычку какую-нибудь, может быть, очень в редких моментах какие-то там будут прикольные заставочки, да, вот там коровки всякие, овечки. Ну, естественно, кровать у нас теперь есть, но она и до этого была, да. Так, забьем железо и уголь. Так, хорошо. Ну, я запинаюсь, думаю, вы уже и так знаете почему, потому что я очень редко выпускаю видео. В этом месяце я выпустил два видео и записал еще видео три, но, к сожалению, ни одно из них не выйдет. Я записал видео по Мардах Мистери, я уже такой думал, все, готов, типа, монтаж сделал, а потом оказалось, то, что я записывал неправильной записью. Я там запись немножко поменял, и у меня какие-то проблемы с видео начались. Да, то есть я просто-навсего не смог никак ничего сделать. То есть мне пришлось удалить. Я уже все удалил, то есть, к сожалению. Я 2 или 3 дня мучился над монтажом Murder Mystery. То есть там просто что-то не рендерилось видео. То есть я мог без монтажа выложить, но я хочу для вас... Я же для вас стараюсь, типа, почему бы, в принципе... Ну, типа, это мини-игра, здесь должно, типа, весело быть на Murder Mystery. И поэтому я и решил сделать монтаж, как всегда, в принципе, всякие там смешные вставочки, все на свете. Может быть, у меня все лучше стало? Я же все-таки обновил прорисовку или нет? Вот собака. Давайте посмотрим на всякий случай. О, прогрузилось немножко. Хорошо, ребят, тогда ладно. А, ну полностью прогрузилось. Все, ребята, хорошо. Даже перезапускать миг не пришлось. Слава богу, то, что баг не такой ужасный, как в каком-то снапшоте был ужасный баг. Я даже обзор на этот снапшот делал, я помню, месяца 4 назад. Короче, вот так вот я изменил аквариум. Ну, тут ничего особо нету. Я вот там коралл добавил. Я только не знаю, как их цветными сделать. Я помню то, что я в каком-то снапшоте в креативе брал кораллы и воду ставил, и они были цветными. А, типа, они же в воде, почему они не цветные? Странно. Короче, просто синий цвет такой поставил. Ну, типа, неплохо, да, вот как-то так. Можно, конечно, на голубой потом поменять, потому что синий слишком такой сильный. Цвет какой-то не очень, да. Это мое метро такое, да, в принципе.
Недавно как раз вышла игра Метро Исход, и у меня как раз метро построено. Окей, да. Вот отсюда я еще, кстати, тоже немножко тут построил. Вот тут я не знаю, на какие блоки поменять. Вот там дальше будет остановка к моему этому дому. Но в принципе я не заморачиваюсь пока что сильно над этим всем, да. Потому что, ну, до дома я могу по деревьям дойти, если что, да. Как-то так. Наковальня у меня тут осталась. О, могу что-то написать. А, нет, не могу. Хорошо. У меня 19 левел, кстати. Может быть, я на этот уровень что-нибудь сделаю прикольное. Ох, ребята, воспоминания какие-то были у нас такие хорошие. Помните, да? Так, нет, с лопатой я точно засыпать не хочу. Короче, вот. Помните, мы здесь еще осенью начинали, то есть в этом доме. Блин, это реально такие воспоминания, потому что мы очень мало в этом летсплее времени провели. На самом деле я много проводил времени. Это просто видео выходило очень мало. То есть я в этом мире очень много времени провел, наоборот. Да. Правда, сделал особо немного. Короче, теперь как я хочу сделать? В следующей серии я пойду, наверное, в шахту. В этой серии, наверное, попытаюсь найти деревню. Я, кстати, по-моему, ее когда-то находил, когда путешествовал. Но это было, может быть, месяца 3-4 назад. Бляха! Сейчас такой звук появился. Я думал, то, что это у меня уже запись бандикам и перестал записывать видео. О, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Это музыка Майнкрафта. Боже, я так испугался. Мне показалось то, что эта запись отрубилась. Нафиг. Там звук похожий просто. Так, зомби, может быть, ты гореть начнешь? Собака такая. Да-да-да. Ну ладно, животных убивать не буду. В принципе, у меня еда есть. Хоть ее и немного, но у меня там в доме есть еда. Я ее просто забыл взять. Куча паучков, блин, можно их поубивать, правда. Хотя я не вижу смысла. У меня, в принципе, меч. О, слава богу, овца не подорвалась. Блин, капец. Жесть какая-то происходит. Так, 17 земли. Ну, я не знаю, я, наверное, заделывать не буду, в принципе. Смысла особо большого нету. Короче, напишите в комментариях, не продолжайте этот миф или нет. Я все-таки его, наверное, продолжу до 1.14. Либо потом перестану просто навсего записывать Майнкрафт ванильный. Либо просто с модами начну летсплей записывать. Хотя мне хочется пока что немножко ванилки. Ванилки хочется, потому что... Ну, сейчас, в принципе, очень много ютуберов на ванилку перешло. То есть, очень много людей ванилку стало играть. Насколько я так замечаю сейчас. Да, в принципе, у меня есть две железные кирки. И музычка Майнкрафт такая играет. Блин, так приятно вообще. Надеюсь, она не слишком громкая. Я надеюсь. Хотя мой голос очень громкий в видео. Я уже проверял его. По идее, должно быть очень все громко. Так. Фух, ребята. В принципе, давайте вернемся. Надеюсь, то, что, ну вот, понравится видео. Хотя, в принципе, здесь я особо ничего пока что не сделал. Мы сейчас, знаете, куда отправимся? Наверное, сейчас отправимся на поиски деревни. Где-то вот деревня у нас вот там, по-моему, есть. Если я не ошибаюсь, конечно. Я просто куда-то ходил, я помню. А, кстати, по-моему, у меня есть догадки, где это все находится. Я не буду особо брать много экипировки. У меня, кстати, брони вообще нету. Мне надо броню бы сделать, если честно. Потому что у меня... Я уже несколько серий без брони хожу. Несколько месяцев. Да, как-то так. У меня броня вся уже до конца доломалась. Может быть, какие-то там ботинки у меня остались кожаные. Но все-таки... Я не знаю. Ну, можно кожаную броню сделать. Но я ее делать, конечно же, не буду. Потому что зачем? Так. Это что? Это у нас чернильный мешок. Можно на русский язык, правда, все поменять. Ну, ладно, уже не буду. Не буду уже. Так. Ну, давайте пока что все скинем, вот это ненужное, потому что, ну, в принципе, шахту я вроде как не собираюсь. Хотя кирки, ладно, оставлю, в принципе. Одну железную, хотя... Нет, все-таки, вот. Две каменных, на всякий случай, ребят, на всякий случай. Ну, мало ли что, железо какое-нибудь найду. Много железа, да, лопату возьму. Это такие каменные инструменты, вообще не жалко. Полстака камушков заберу. Так. Верстак там скрафчу где-нибудь. Щит, естественно. Как без щита? Без щита, ребят, идти это смысла нету. Можно сразу умереть, все. Кровать возьму розовую. Помните, мы в первой серии на ней спали. Это так, блин. Капец, блин. Жесть. Помню, как я еще с этого угорал. У меня аж деревянные лопаты остались. 4 алмазика, кстати. Можно взять алмазную кирку на портал в ад. У меня как раз... А, это не обсидиан. Где-то я видел обсидиан, у меня где-то он есть, мне кажется. А может быть и нет. Ой-ой-ой, ой-ой, так не надо делать.
Я уже испугался то, что все выйдет, сейчас запись не сохранится. Хотя, наверное, надо сейчас будет ее иногда останавливать, чтобы на всякий случай хотя бы что-то сохранять, потому что я боюсь то, что что-нибудь сейчас произойдет, какой-нибудь вылет и все. Мало ли что, это все-таки снапшот, ребят. Это не полный Майнкрафт. Так, подождите. Что я ищу? Я ищу железо, естественно. Возьму 24 железа, это нас от брони, меч. Ну, в принципе, все. Я пока что ничего брать не буду. Сет брони, наверное, сейчас сделаю и с ним пойду, хотя с ним идти, мне кажется, нету смысла. Знаете почему? Потому что я, скорее всего, заблужусь. Да. А заблудиться я точно не хочу. Не хочу, да. Я боюсь, что меня не слышно будет. Давайте вот этого забьем. Курицу. Сейчас мы, ребята, найдем все, что нам нужно. Дерево. 10 штук возьму. Мечик, естественно, с мечом я пойду железным. Хотя можно было каменный сделать, но в принципе не столь важно, не столь важно, ребята. Покушаем. Блин, я чувствую, конечно, лаги, ребят. Ну, надеюсь, то, что у вас не будет таких лагов, потому что у меня все-таки 30 FPS ощущаемо. То, что мало FPS, ну ладно. В принципе, у нас есть еще 4 железа. Блин, ну в принципе, ладно, железа у меня хватает, мне где-то там стак железа, я все-таки возьму железный сет, ребят, на всякий случай. Щит пока что надевать не буду, потому что он пол экрана не загораживает. Палки оставлю. Так, кровать, щит, блоки, все вот это. Две лопаты, ну пофиг, останется пускай. Ничего страшного, можно еще эту взять. Старые вещи можно, кстати, соединить вот так вот, например. А, в новых версиях так нельзя делать, к сожалению. Блин, это обидно, конечно, потому что раньше хотя бы можно было как-то так сортировать, ребята, сортировать можно было. Можно какой-нибудь взять другой верстак. А, это же не верстак, как что-то другое. Да, уже нет каких-то других верстаков. Могли бы добавить, кстати, каменный верстак, например. Я, ребята, уже все забыл, если честно. Но там, кстати, я костер сделал. Да. Дерево тут понасаживал. Ребят, я уже много чего забыл, поэтому и вы просто сейчас, пока я тут хожу, что-то брожу, можете замечать, что я что-то новое сделал. Да. Так, это что? Это что? Я что-то не расскажу. Чё? Подождите. Вот знаете еще какая проблема? Вот у меня текстуры из этой же новой версии, но я их убрать никак не могу. Смотрите. Беру и убрать не могу. Я кликаю. Я думаю, то, что вы это слышите. Вот так вот сделаю, оно уберется. Ну, то есть это не убирается. Я не могу никак убрать текстурки, ребят. Может быть, лошадки, они и нормальные. Без именно вот этих текстур. А может быть и ненормальные. Я не знаю, может быть, это баг самого Майнкрафта. А может быть, это из-за текстур вот этих, которые вот эти. Да, я не знаю. Так, ну мы вроде как уже близко, а может быть и далеко. Я реально ничего уже не помню. Чё мы ищем, ребята? Мы ищем деревню, если что. Зачем, спросите? Да просто, ребята, чтобы как-то знать, что мы тут не одни в этом мире. Да, одному-то скучно. Хотя бы жителей найти. Хотя надо, кстати, волка приучить. Я, кстати, помню то, что я говорил, по-моему, в четвертой серии. Я недавно видео пересматривал свои. Аж такая ностальгия у меня уже самого появилась. Поэтому я сейчас буду очень много снимать. Это видео не особо получится, но следующее видео выйдет, может быть, через недельку, может быть, через 2 недельки. Это в любом случае лучше, чем через 2-3 месяца, поэтому, ребята, да. Поэтому, ребята, да. В принципе, я уже за эти вещи не волнуюсь, потому что у меня железа там много, и, в принципе, еще один сет я себе позволю. Я, кстати, хотел с Fightful'ом записать видео сначала. Типа Fightful'ом, типа. Почему бы и нет, ну, типа, как раньше записывал. Я, наверное, следующее видео с Fightful'ом запишу, потому что мне как-то с ним приятнее, если честно, немножко. Эти текстуры меня уже тоже немножко начали раздражать. Почему, наверное, спросите? Да потому что я просто-навсего очень много играл с этими текстурами. Ну, они меня раздражают, просто-навсего как-то хочется с Файтфулом. Не знаю почему, мне он больше нравится как-то. Там не такие пиксели все-таки. Хотя не знаю, ребят. Может быть, можете написать в комментариях. Так, а что у меня обычно сыгрался? Давайте выберемся.
И останется у нас как раз ровно полстака. Так, у нас там вечер вроде как уже начинается. У нас тут песок есть, кстати. Блин, вот сейчас, конечно, выбор тяжелый. Либо туда идти, либо туда, потому что я... Ну, туда это полюбас, это где-то там будет какой-то... Я помню то, что там вода будет. А тут вода тоже. Как бы вот там, по-моему, вода начинается тоже. Около нашего дома там океан. Да, в принципе, это океан. То есть, по-моему, идти надо только туда. Другого выбора, в принципе, у нас и нету, насколько я понимаю. Начинается вечер, я, в принципе, кровать свою взял. Да. Так, ой-ой. Ребят, извините, то, что лагает. Не знаю, насколько видео получится. Может быть, я что-нибудь вырежу. Потому что, ну, делать большое видео я не хочу. Я, может быть, даже домой не успею прийти. Я думаю, я, возможно, в этом видео просто-навсего как-то что-то, что-нибудь намучу. Блин, вот сейчас бы музычка Майнкрафта бы вообще бы не помешала, потому что она у меня включена, как вы уже поняли. Да. Извините, то, что я накомментирую, как-то запинаюсь. Потому что, в принципе, видео записываю редко и очень явно сложно. То есть, надо как-то привыкать к этому записыванию видео, потому что, ну вот, ой-ой. Поэтому, ну вот, как-то так, да, короче. В принципе, ладно, давайте поспим, потому что я не хочу сейчас кучу монстров иметь тут. Да. Поспим. Кстати, можем посмотреть на достижения свои. Смотрите-ка. Ну, букву L английскую я нажал, и в принципе тут всякие достижения у нас есть. Хозяйство. Так, всякие морковки тут. Можно, кстати, золотую морковку сделать. Еда очень неплохая. Это типа попробовать все виды еды. Я попробовал 19 из 38. Хорошо. Так, каньон нашел. О, офигеть. Ну, хотя я думал, что намного меньше. Но он на самом деле не такой большой, если честно. Там железо есть. Не, я все-таки спущусь, ребят, спущусь. Ради инструкции все-таки мне сейчас очень важны инструкции. Мне, в принципе, надо как-то осторожно. Блин. Ну ладно. Где-то скелет. А хотя ладно, пока я есть не буду. Очень много железа тут. Я так заметил. Уголь добывать не буду. У меня уже 27 угля с собой есть. Все-таки теперь мне можно еще одну броню сделать. Скоро будет, наверное. Как-то так. Так, воду беру. Где скелет? Он прям близко. Ладно, не буду пока что к нему лезть. Так, топором, естественно, я не добуду ничего. Они сейчас на меня сами выйдут. Но скелеты, по-моему, поумнее зомби, насколько я знаю. Потому что скелеты прячутся от солнца, а зомби нет. Боже, капец, их там много. Ай-яй-яй. Блин. Там какой-то спавник, полюбас. И, кстати, спавник где-то видел. Вот что я забыл показать вам. Они сверху, что ли? Не, они за стенкой где-то. Ну их нафиг. Я не буду. Даже не просите, ребят. Даже не просите. Вот просто не просите. Я не буду туда заглядывать. Ну их нафиг. На. Так. Ну ладно. Я знаю то, что вы хотите. Вы меня задизлайкаете, убьете. О, а, это пещера. О, блин, капец. Лагает, конечно, дико. А как убрать освещение? И у меня нет освещения. О, пацаны, нихера вас там. Нет, пацаны, я не хочу. Я не хочу с вами тут мучиться. Да, скелеты. На. Вот тут мне броня и понадобилась. Меня бы уже давно бы убили. Убили бы меня. Так, звуки какие-то громковатые. Их поменьше сделаю, потому что, ну, явно невозможно. Так, сейчас похилюсь. Да, скелет, ну ты поближе подойди, чтобы я вас смог... Кокошить. Кокошить как-нибудь. А, у них битва. Нас собака. Блин, он такой растерялся, вы видели, да? Скелет растерялся. Такой не знал. А в кого стрелять? Что мне делать? Ну, я его убил, в принципе. Его, кстати, можно было и не трогать. Прикольно было. Он такой суетился, не знал, что... В кого стрелять? Что мне делать? Я тут в пещеру какую-то попал. Блин.
Откуда ты взялся в темноте, прям? Так, ой-ой. Блин, я прям чувствую лаги дикие. Без лагов тут никак, ребят. Все-таки. Все-таки, ребят, надо какую-то атмосферу держать. У меня тут всякая анимация всякая включена более-менее, поэтому... Без нее тут никак, ребят. Хотя она у меня выключена. Я ее никак не отключу, значит. Окей. Так. Я железо подобываю немножко, и все, и свалю отсюда, потому что я... Наверное, кстати, на этом серии можно закончить. Я, в принципе, в следующей серии, наверное, найду деревню или пойду домой, потому что... А хотя можно, кстати, в этой шахте остаться. И здесь что-нибудь подобывать. Да, найти еще алмазы. Найти деревню, прийти домой. Скрафтить, ну, найти еще. Вот тут можно портал в ад, ну, найти. То есть обсидиан найти. Если найду алмазы, сделать алмазную кирку, сделать портал в ад. Не здесь, конечно, дома. Найти дом, короче. Все вообще жестко, ребята, будет капец. Просто гениальная идея, я думаю, мы здесь останемся. У меня броня, в принципе, есть, оружие есть. Можно, кстати, было щит использовать. Ну, капец, я умный, конечно, человек. Надо его куда-нибудь сюда поставить, чтобы можно было вот, вот так вот на F менять. Хорошо. Так, ребят, ну, в принципе, мы, наверное, на этом закончим. Вот такая вот серия получилась. Немножко тут показал всякие вещи свои. В принципе, в прошлой серии я тоже особо ничего не сделал. Но все-таки, ребята... А, нет, в прошлой серии я хоть что-то там сделал. Что-то покрафтил. Но в этой серии мы что-то сломали. В принципе, как-то так, да. Хорошо. Сейчас доломаем железо. Я просто хочу... Сколько? 44, нифига себе, конечно. Ну, наверное, значит, уголь мы тоже сломаем. Вот говорил то, что мне кирка понадобится. Вот говорил, ребята. Говорил. Да, как-то так. Так, ну, вроде как монстров поблизости нету. Кстати, какую штучку еще можно использовать? Можно включить субтитры. Увидите? А, тут на английском. Ладно, нет. Ну, типа, чтобы ты знал, где зомби находится, с какой стороны, все на свете. Сейчас многие, кто ее использует. Хотя не многие, но просто я знаю там некоторых людей, кто ее пользуется. В принципе, ну, наверное, все, ребят, наверное, все. То есть уже особо тут нечего мне рассказывать, комментировать. Я, в принципе, особо сегодня ничего не комментировал, если честно. Дерево добудем, чтобы факела сделать. Ребята, в принципе, спасибо за просмотр этой серии. Я не буду никаких лайков просить. В принципе, нафиг это оно мне надо. Если вам понравилось, вы сами поставите. А если не понравилось, то поставьте палец вниз. В принципе, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что мне построить в будущем. Да, наверное, уже в ближайшем будущем, если я видео буду почаще выпускать, то, в принципе, может быть, я даже еще второй сейчас прям запишу. Я не знаю, сейчас по настроению. Все, ребята, всем спасибо. Пока-пока.